100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 1507 рублей баланс на MyCSGO. И мы продолжаем делать кейсы ивента, продолжаем их открывать, пробуем окупиться. Кстати, в прошлый раз, вчера, когда мы открывали этот кейс, он неплохо так насыпал, поэтому давайте начнем с него. Ведь сегодняшний ролик — это продолжение, можно сказать, вчерашней рубрики, когда мы дофармливаем ивентик и пробуем окупиться с лоу баланса. Да, лоу баланс 1500 рублей, ниже некуда. И сейчас мы вместе с вами будем пробовать окупиться на этом сайте. Давайте скажу сразу о самом главном: если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используй промокод папа. Ведь помимо того, что это самый большой процентное пополнение, которое только есть 30, он тебе будет еще и окупать. То есть каждый раз, когда ты закидываешь 1000, 10 тысяч, 100 тысяч рублей, используй промокод папа, получай бешеный бонус в виде 30% и окупайся. Просто имей в виду, потому что больше промокода здесь, к сожалению, нету, и можно его использовать. А я вот думаю, пацаны, вот если я открыл нюк, а он меня не окупил, дал 300 рублей, если нам смысл сейчас открывать CS2 Mirage? 990 рублей, ну блин, вот этот апик, конечно, он меня очень сильно манит. Новая коллекция, охота прям выбить какой-нибудь уникальный скин. Ну давай, будем считать, что первый, блин, комом, второй у нас получится. Открыли ровно на 10 раз и поле... Опустошитель пролетает. Вообще ничего. Ты прикинь? Да, выпало два хи... Хотя, подожди. Выпало два херона, но охераны недорогие. P250 кимоно выпал хороший, хороший. 355 рублей, 947 рублей. Давай еще раз. Все-таки один раз открыли? Я думал, это тотал слип, но он вроде окупил. Попробуем еще раз, может быть, сейчас что-то будет и получше. Ну хотя бы... О, КЗшечка! 100% рублей 600. 960, неплохо. Ну да, мы же ее выбили из кейса вот не так давно на стриме, она стоила 1500. Но я помню, что я выбивал ее на сайте, она стоила 600 рублей. 960, нормально, средняя цена 2000, неплохой такой плюсик зарегистрировали. А дальше даже не знаю, что открывать. Вот CS2 Inferno, я даже не знаю, стоит ли вообще открывать его. Можем открыть, конечно, на 5 раз, но мне кажется, это вообще не то, что нам нужно. Ну, честно, давай попробуем, наверное, еще раз CS2 Mirage ровно на 2 раза. Да-да, нет-нет, если придет 3000, тогда будем открывать. Открывать просто на 5 раз на MyCSGO, мне кажется, это не совсем то, что нужно. 679. Ну, нормально. Прощальный оскал мог бы стоить и подороже. Всего лишь 200 рублей, это ничтожно мало. Ну, давай еще раз на 990, полетели. Второй раз, второе открытие, погнали. Задача — открывать как можно больше. Я, кстати, уверен, что сейчас окупит. Я сглазил. Хайпербис пролетел. Ой-ой-ой. Нормально, окупила, хорошо. Он, знаешь, он почему-то как-то окупает через раз. То есть сначала не окупил, потом окупил, не окупил, окупил. Я давно это заметил, как-то непонятненько. Вау, новые кейсы как раз можем открыть на 10 раз. Ватерган, водное оружие. А у нас что, День Ивана Купала недавно был? Пояснительная бригада, напишите, я просто не шарю. Перчатки и нож. В принципе, два скина. Ничего серьезного здесь нету, каких-то ножей. 179 рублей за одно открытие. То есть я не скажу, что наполнение кейса какое-то очень крутое. Вот добавили бы они сюда там 3-4 ножа, было бы просто замечательно. Это было бы просто невероятно. Стальная дельта. Я не знаю, пацаны. Нормально. Не скажу, что плохо, нормально. А чё дорого стоит? А ничего дорого не стоит. Все стоит по копейкам, и в принципе это привело нас к тому, что у нас сейчас даже не хватает открыть еще раз на 10 раз. Ну такой себе, если честно, кейсик. Не сильно мне понравился. Вот знаешь, когда ты залетаешь, допустим, в кейс, вот давай возьмем, например, Клауд. Да, на 10 раз. А тоже, видишь, то же самое. Тоже одна пара перчаток и одна пара ножей. Ну блин, я люблю просто, когда ты залетаешь в кейс, и даже у тебя, допустим, 8 рублей на балансе, но есть возможность выбить какой-то очень крутой нож. Вот это я люблю. Опять две стальные дельты падают. 3 даже, прикинь. Всегда, нормально, всегда кажется, что черный нил стоит супер дорого, а потом замечаешь какой-нибудь MP9 гипнотический, и вот как раз таки он окупает. 1800? Ну, можно сказать, нормально. Давай попробуем еще раз воду. Ну, я очень сильно хочу вот этот ганчик попробовать открыть. Может быть, окупит, может быть, не окупит. Но, блин, с первого раза открыл, не окупился, а это, чтобы вы понимали, новый кейс. То есть, ну... Тенденция на MyCSGO, она такая, что когда выходят новые кейсы, и ты их открываешь, они окупают. Вот этот кейс вообще тебя не окупил. И я сижу и думаю, блин, мужики, ну какая-то фигня, надо попробовать открыть еще на раз. Открываешь еще на раз, он тебя не окупает, зато...
Майнинг Азимов тебя окупает. С первого раза 758 рублей. Неплохо. Not bad. Так, а ну-ка давай-ка пробежимся тогда по каждому майнингу и посмотрим, что у нас есть. Прошлый ролик, кстати, благодаря майнингу мы выбили, кто помнит, ребят, плюсуйте, ставьте лайк. Именно благодаря прошлому ролику мы выбили и нож, и перчатки. То есть просто нож-перчатки вот именно с этих кейсов. Но мы открывали хайпер на 3 раза. Сейчас попробуем открыть на 1. Посмотрим, возможно ли окупиться. Хотя, в принципе, вот нам выпал Азимов и P250, P90 и P250 Азимов. Мы уже в окупе. То есть даже несмотря на то, что мы сейчас 4 раза даже слили, мы все равно в окупе, потому что там выпало 800 рублей. То есть вот эта тема, она как будто бы супер интересная и супер окупаемая. Пробуем еще на один разок. Механка пролетает. Вот прикинь... Стоп, плюс 500 рублей, нормально, тоже неплохо, 2300, хорошо. Ну давай проверим еще две. Две последующие, потом выберем какой-нибудь самый рабочий кейс, который я купил больше всего раз. Углубимся в него и в итоге попробуем выбить нож. Потому что балансик был 1500, сейчас у нас 2200, то есть он как бы плюсик есть, но он как будто бы небольшой. Но надо сейчас чего-то нам вместе с вами окупиться. Что-то открыть и с чего-то окупиться. А вот с чего фиг его уже знает. Неоновый гонщик про... Почти! Вот это было бы невероятно. Нормально. Я настолько сильно смотрел в калаш неоновый гонщик, что не заметил, как мне выпал МАК-10. Балдеж. 569 рублей, 2700 нормально. Даже такое ощущение, что можно еще на один разок открыть. Может быть, выпадет калаш, будет очень круто. Блин, и охота все-таки нож. Я знаю, что сейчас будет тяжело, но еще раз, неонка, нормально. Я думал, если выпадет, то выпадет калаш. Но 2 раза МАК-10 подряд со 123 рублей выбить, я считаю нормально. Я считаю, это очень круто. Ладненько. Что мы имеем? Мы подняли 3178. Мы можем попробовать с вами сейчас взять и пофармить нож. 4 раза, я надеюсь, мы сможем его крутануть. Если крутанем, будет вообще обалденно. Поэтому, тигры, обязательно поставьте лайкосик и залетайте в телегу. Там розыгрыш ножа уже идет прямо сейчас. Просто примите, поставите лайкосик, выполните условия и все. Следующий розыгрыш будет ножа и перчаток на 150 тысяч подписчиков. Поэтому ждите. И, конечно, не забывайте, что если будете играть, используйте самый лучший промокод папа. Помимо того, что даст самый большой бонус, плюсом тебя еще и окупит. А у нас 2 попыточки. Вот 2 попытки окупиться. И если сейчас там... Стоп. Почти выдал. И если сейчас не выдает нож, у нас ровно 1 попытка. И если сейчас он не выдаст нож, мы все проиграли. 4 раза мы крутанули фарм ножа. И он не выдает. 4 раза не выдал. Просто заскамил. Это жесть.